Так, ребятки, всем привет! В этом ролике мы с вами обсудим сервисы для криптонов. Какие сервисы можно использовать для анализа ончейн аналитики или вообще анализа каких-нибудь фондов, да? Первый сервис это Glassnode, studio.glassnode.com. Здесь вы можете посмотреть активные адреса, хешрейты, кучу всего, аккумуляции и так далее. Это поможет вам в анализе рынка в долгую, да? Вот мы видим тут график у нас биткоина за все время. И можете по платной подписке там куча функций. Следующий сервис это CoinsGuru. Здесь вы можете посмотреть, какие фонды подписаны на какие проекты, да, в Твиттере. Вот, трон там, да. Также можете, допустим, вот откроем полигон, да. Какие фонды в Твиттере, сколько подписчиков и так далее. Шкала, вы можете каждого проследить и за каждым следить, какие проекты выходят. Вот, AU21 Capital, Sequoia и Coinbase, топовые фонды. Вот это второй сервис. Третий сервис это CryptoRank. На нем вы можете посмотреть топ 100 криптовалют. Также можете отфильтровать по доходности, по объему, по цене. Вот за последние сутки, да? Что у нас выросло, что упало. Вот FTT токен, Bong, 26% в силу. И все, что вы находите, вы можете это вбивать